ванну можно еще подтащить. В ванну воды привозят бачками, два бачка. И туда. Да ничего, ничего, давай, давай, тащи быстрее, потом будешь командовать. Его. А потом стек сверху намоченный. Убирайте, чтобы не... Убирайте сам это, убери сейчас. Нет, не убирай, лопатки. Вот отсюда снег взяли, сколько выбрали из-под лестницы. Вот сейчас сюда опустили на горку. Ну просто так. Постой, билет сюда. Это туда поедешь. Это Сибирь, 4 декабря. Руки мерзнут. Он там растает, ты ему это, давай. А, надо же воды еще. Воды надо принести. Ты что, зачем лопату надо сначала воды было? Валерий там делает. Сглаживает. Водички подливайте, потом ты будешь этим заниматься. Не, не осилит. Стой, стой, подожди. Что там делает, Ваня? Что ты делаешь? Зачем? Видишь, как ступенями делают, чтобы сходить можно было. Ой, какая красота. Там елка вся такая стоит. Здесь вот калина. Дальше видела, сейчас еще как будто больше стало. Серебряная совсем. А вот зимой и летом одним цветом ель. Как у нее сучки вверх растут. Удивительно все. А это вот вишни. О, в куржах там тоже какие-то соседи. Что ты делаешь-то? Балбесина, а? Что вот делать-то они. Потом с ней? С этой лопаткой? Ее ударить нельзя, ничего нельзя. Что, не соображаешь ничего? Что ты понял? Вот сейчас ее разбить только можно, эту лопату. Сейчас начнешь ей что-нибудь долбить, и все, она пополам лопнет. Промерзшая. Что, кинуть нельзя, что ли? Так, дядь Валеру слушаем. Вот сюда. Гляди, внимательно. Пробуй попасть. Давай, пошел. Ага. Неплохо, да? Да, эти мы тут утолкли. Еще можно? Еще. Еще туда же. Хорош, пошел. Да. Неплохо, молодец, молодец пока. Идет дело. Сейчас. Ну, потом он застынет и кататься буду. В воду все это, да. Да не так, не так, не так, не надо так. Вот так лопаткой. А Андрюша еще уехал уже? Нет. Они за водой поехали. Воды нету, колонка перемерзла. О-о-о. Они сейчас берут там на Гоголя. Воды нету. Не так, не как она могла замерзнуть? А как эту взяли? А вот они, так, ездят, вот они ездят на машине с двумя бедрами. Один набрали, сюда привезли, вылили и так взяли. Там тоже потихоньку вода еле течет. Понятно. Еще же надо будет привезти сюда вам тоже. И в церковь надо. Так, Ваня, сюда надо. Вот Ваня подцепляет. Хорошо. Вода стекает, кидает туда. Ага, о. Это тут боковые ступеньки будут для детишек. Да. Чтобы прямо отсюда можно было забегать. Там тоже ступеньки будут. Ну, для более мелких созданий. Она и хорошо протоптать надо было бы еще больше. Иначе она продавится у них. Все нормально, все будет хорошо. Сейчас минус 32 градуса мороз. Да ну. Минус 32 градуса. А говорили, не будет сегодня 32. Я знаю, 20 градусов, 16 днем обещали. А сейчас 32. У меня машина, он постоянно показывает. Ты смотри. Градуса. Я сюда приехал. Ну, 32, значит 32. Все. Карамелька, карамелька.
карамелька. Карамелька. 3 кота. Брызги полетели на экран. Назвали, а потом появился мультик. Только там это, кошки карамельки. Это поехали они, значит, дальше. Че, как сюда там же? У тебя? Сюда же. Давайте. От моей чеки не съел. Слушай, я держу в рукавицах и буквально валится из рук. Ага. О. Хорошо. Сейчас можно будет скоро подвинуть вот туда. Да, и да, так, попутно тут снегу, сколько еще это все уйдет туда с водой. Ну и вот тут будут кататься. Под самую елку. И дальше. Я могу даже сказать, сколько здесь будет. Это приехал Валерий со своей маленькой машинкой. Выйду я в улицу. Что тут такое? Воды нету. Надо же так, а? Это у нас миндаль растет. Вот он. Это я вот нарвал полынь. Навтыкал, чтобы ее было видно мне при наружном наблюдении. Я вижу, если она колышется, вот это вот, премудрость, она вон насколько на нее налетела, куржака. Значит, на улице ветер. Ну, все-то я посчитал, тут 10 шагов. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Вот до них только до Валерия 35. Что они тут съели? Это машина. Хорошая машина. Победа. Лейка тут есть? Я же когда заливал-то здесь еще был. Мы же из лейки поливали. Они с Володей ездили, выходит, двое. Надо вот Надежду Васильевну спросить. Вот, чтобы ребятишкам доставить удовольствие. Сколько работы. А так посмотрит кто-нибудь, глубоко верующий, такой глубоко. Даже его не видать. О, чем попало занимаетесь, надо на благовестие идти. Ну, такие вот мы негодные. Еще и детям хотим приятное сделать. А когда поехали на Благовестие от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию, север прошли, завопили, зачем это? Люди все равно ничего не хотят знать. Ничего никак не сделать. Хаджима на средину только вспомнишь. Дед с внуком. На осле сидят все, куда же смотрят, сдурели двое на одном осле, он тогда сел, юноша ведет, мальчик, куда это старый сидит, дурак, а молодой, наоборот, сделал так, наконец, осла на спину себе взвалили, чтобы только не судили, а бесполезно. Она говорит, клевета и под дверь подползет, такое стихотворение есть. Ничего такое, расхристанный, как будто это твои рукавицы, а, балбес. Чего не смотришь-то ни зачем? Расхристался весь. А что он? Ну что, рукавицы уже вот так вот все в воде. Как какие-то плохонеты. Может тебе другие рукавички дать? Иди. Да как лучше-то? Куда лучше-то еще? Ну, другие, раз замочил-то, с водой же работает. А это, Вань, работает. Дайте тебе другие рукавицы. Пойдем, а эти положь просохнуть. Пошли. Да делай быстрее, все нормально, запоставь их в миссию. Да, хорошо, мы сейчас вернемся.